В музейном ресурсном центре открылась персональная выставка «Возвращение» португальского художника Артура Ковалева. Его картины входят в каталоги лучших художников Европы, работы находятся в частных коллекциях и многих стран, а гравюры, выполненные на клыках моржа, не имеют аналогов в мире. Артур Ковалев называет себя космополитом, родился в Ростовской области, долгие годы жил и работал на Камчатке, на Ямале, сейчас он гражданин Португалии. Но в России постоянно проходят выставки Ковалева. Познакомиться с творчеством художника есть теперь возможность и у жителей Ноябрьска. Артур Ковалев – один из немногих художников, который работает сегодня в стиле русского классического реализма. В представленной экспозиции много копий картин классиков живописи, выполненных автором еще в студенческие годы. На выставке можно видеть и работы, имеющие философский религиозный подтекст, заставляющий задуматься о смысле жизни. Есть средиземноморские пейзажи и ямальские мотивы. Общее у всех полотен одно – они словно излучают свет. Мастер считает, что картина будет нести позитивную энергию, если душа самого художника светла. Быть добрым, быть отзывчивым, именно творить добро, то есть исполнять как минимум 10 заповедей Божьих, основы, да. И я хочу сказать, что основа источника, да, вдохновения является все-таки свет. Свет, любовь и добро. Артур Ковалев говорит, что талантливому художнику по плечу все жанры живописи. Но сам он отдает предпочтение жанровой композиции, объединяющей портрет и пейзаж и натюрморт. Но самое главное в его картинах – человек. Я думаю, что автор картины, которую мы сегодня здесь созерцаем, достиг в какой-то мере этой цели. И люди, посещающие выставку, ну, я надеюсь, их сердца будут загораться таким светлым, добрым настроением и стремлением тоже вокруг себя делать добро, творить благо. Интересная история создания картины «Явление Богородицы». Артур Ковалев несколько лет прожил в Таркасале, много путешествовал по северным территориям. Старожилы рассказали ему легенду о том, как двум охотникам далекой лесной сторожки явилась Богородица. История не оставила художника равнодушным, а в итоге появилось новое полотно, которое Артур Ковалев считает главным в своей жизни. Очень интересно, и надо смотреть подольше, и, может быть, еще прийти. Ну, молодец, молодец, очень вдумчиво и глубоко все. Мастерство – это одно, а то, что в глубине – глубокие работы. Познакомиться с творчеством Артура Ковалева есть возможность у всех жителей Ноябрьска. Выставка продлится до 31 октября. Елена Мильман, Евгений Чижевский, телеагентство «Ник».